Всем пламенный привет, друзья. Сегодня вот нам нужно прокультивировать участок под посадку чеснока. Этот вот огород. Вот этот огород. Я его проходил дисковой бараной недавно. Вот. И сейчас мы немного поглубже пройдем культиватором. Но перед этим нам необходим небольшой ремонт. Я тут культивировал один огород недавно. Вот, а те, у кого я культивировал, вводили в оборот землю, огород. Вырубали, выдирали, там пеньки, корни. И кое-где, видимо, осталось несколько корней и пней. И вот у меня получилась такая штука. Вот, видите, этот вот раз. Эти вот две новые я поставил уже. И вот варил, совсем оторвало от гряделя всю лапку вместе с креплением. Вот сварил. Сейчас буду этот грядель ставить. Тут тоже погнуло. И здесь вот лапку вырвало. Прям вот с местом, где она крепится, вместе с этим местом вырвало лапку. Вот такие вот дела, друзья. Попались корни и пеньки. Они хоть и небольшие, но культиватор их не берет, так как он не мощный, а такой огородный. Вот он такие места не берет, поэтому вот сейчас занимаюсь ремонтом. И кстати, вот на этом, где я варил грядель, тоже лапку выгнуло. Вот такие, друзья, дела. Вот. Сейчас займемся ремонтом. Вот тут я тут ВД-шкой побрызгал кое-где. Тут вот у меня запчасти. Кстати, очень дорого обходится ремонт. Вот одна такая стойка, кусок гнутого железа, стоит 600 рублей. Ну, может, в городе где-то дешевле есть. Ну, у нас в райцентре. Так. Вот. И лапки. Лапки я уж не помню, я сколько. Брал несколько лапок за, не знаю, по 400, что ли, они. Или по 300, не помню уже. Ну, не суть в этом, но не дешево. Вот, сейчас будем все это мы менять, заменять, ремонтировать. Я тут, как говорил, уже ВД-шечкой кое-где побрызгал. Правда, она не везде может поможет, но кое-где может помочь. Вот, сейчас начнем работать.
Так, ну грядель мы установили, зашплинтовали там. Теперь меняем вот эти вот стойки, лапки, все вместе. Вот они. Так, раз. А, это сама вылетела. Отсюда вот. Которая оторвана сама. Два. А эту мы сейчас чуть-чуть ослабим. А, слабая. Здесь все. Вылетело. Вот. Что мы сняли. Это будем менять сейчас на новое. И стойки, и лапки. Кстати, что хотелось бы отметить особо. Стойки современные, а лапки производства СССР. СССР. Вот это со старых запасов товарищ продает. Ну, уже у него их, он говорит, не осталось. Но я успел взять. Советские лапки и наши современные стойки. Уж не знаю, насколько они крепки, прочны, будут гнуться или нет. Ну, проверим. И вот опять о советском качестве. Вот советская стойка, которую я снял. Вот лапка согнулась. Вот она, стойка нормальная. А вот которую я купил. Вот эти стойки. Вот это весит. Ее вместо гантелей можно брать и поднимать. Веса в ней. А вот эти вместе с лапками чуть ли не в два раза легче. Хотя лапка стоит. Уже прикручена. Вот это, я понимаю, стойка. Стоящая. Вот, сейчас на нее еще новую лапку поставлю, и будет у нас все нормально. Вот она. Не знаю, тяжелая. Сейчас мы на нее будем ставить советская стойка и советская лапка. И болты даже советские, вон там, которые я открутил отсюда. Все, сейчас вот эту закручу и готово. Будем ставить, и можно обрабатывать огород. Ну вот, друзья, процесс завершен. Все мы сделали. Болты раз, два родных. Остальные все нашел в коробке. Опять же, советские болты помогли. Вот этот вот, вот этот. Это вот родной. А, вот еще родной. Этот тоже нашел. Кстати, раз, два, три, четыре, пять. И вот этот шестой. Ну, вот обычный болт, без не потайной. И вот этот еще. Вот, нашел у себя в коробке. Опять же, советские болты выручают. Сколько они у нас лежат? Иногда пригождаются. Все, готово. Одну стойку мы ставим родную, которая была, только заменили лапку. А эти все стойки новые, лапки новые. Лапки советские, стойки российские, современные. Вот. Все, сейчас тут будем завершать. Это вот у нас для болтов емкость. Вот у нас вот все это вот добро, которое мы выбросили. Вот эту стойку можно восстановить. Тут вот просто выправить вот эту вот кусочек. Вот этот. И все, и она еще поработает. А так она выгнутая. Ну, а это, в принципе, можно ставить как рых. Ну вот, все готово у нас. Долго я возился с культиватором.
Все сейчас, потому что все ржавое, ничего не открутишь. Вот. Все готово. Сейчас я его так немного отрегулировал. Сейчас еще вот сюда вот на ровную площадочку заеду. Еще раз все посмотрю, как лапки стоят. Задние, передние, выше, ниже. Окончательно подрегулирую и буду пробовать первый заезд. Вот. Такие вот дела. Навьё. Без барон немного бороздит, борозды делает. Но ничего страшного, мы здесь все равно будем грядки под чеснок делать. Разгребать, перегной вносить. Тут больше такой ручной работы будет. Но обработка глубокая, это хорошо. Чеснок мы посадим в хорошую почву. Сегодня начнем, закончим завтра, послезавтра. Вот. Культиватор работает хорошо, нормально. Все хорошо. Работаем дальше. А, насчет, кстати, выезда трактора, который стоит много лет. Скоро будет, скоро. Сейчас вот просто такие дела вот насущные. Срочные, прям очень срочные. Сейчас мы их сделаем. Чеснок посадим, тут еще кое-что и... Будем выезжать на нашем звере ДТ-75. Ну все, буду продолжать работу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, удачи, пока.